26 числа до того. 26 марта. Поэтому по камере ездит, сайт стоят. По базам сейчас. 1, 11, 19. Смотри, вот сюда пригнали. Не, ну вы это приобрели, я говорю, в декабре месяц автомобиль. Да. А сейчас уже март месяц у нас. Я говорю, 18 января сюда пригнали машину. Она здесь стояла. А в конце февраля я поехал, взял талон, а 22, по-моему, марта. 26 марта, июня. У нас там нарушений очень много. Данный автомобиль по камерам центра фото видеофиксации. А где это сейчас на 20 вообще? В очереди, да? Конечно. А когда купили, получается? В декабре. В декабре. Полтора месяца на ней никто не ездил. То есть... Не ездили время от времени, да. То есть вы купили после, но ее не использовали? Да. Вот. Штрафы не оплачены за это время, то есть у вас имеются? Ну, лично на мне, все, что ко мне приходит, штрафы все оплачиваются. То есть на эту машину штрафа не было, да? На эту машину она как вот стоит, в этом нет штрафа. Вот даже могу показать. Сейчас, секунду. Вот штрафы ГИБДД. Вот машина Сорента. Сейчас, секунду, загрузится. Штрафов нету. Так бы они были оплачены, если бы я знал давно. То есть тебе машину поставить на учет, да, сейчас? Да. А когда вы узнали то, что в розыске номера у машины? Только сейчас. Только сейчас, то есть до этого не знали? Да.